Очередь за столицей. Сегодня в Чебоксарах подвели итоги социально-экономического развития за первое полугодие. Отчет представил глава администрации. Алексей Ладыков отметил, что Чебоксары стремятся стать муниципалитетом, комфортным для ведения бизнеса и привлечения инвестиций. До конца года в столице республики намерены реализовать более 40 перспективных проектов и создать 1000 дополнительных рабочих мест. Облик Чебоксар за последнее время изменился в лучшую сторону. Столичным властям удалось реконструировать большинство дворов, отремонтировать дороги и существенно сократить очереди в детские сады. Михаил Игнатьев отметил, что эту работу необходимо проводить и в последующие годы. Глава республики напомнил о своей позиции пресекать уплотнительную застройку. Город был зеленым, он должен оставаться зеленым. Я полагаю, есть интересы бизнеса поставить любой объект на коммуникации, это удешевляет. Но сегодня в северо-западном районе, в разных уголках, в центре города появляются объекты. Понятно мне, молодые руководители города говорят, не мы подписывали разрешение на строительство, но даже с предпринимателями можно встречаться, договариваться и отменить даже принятые, выданные и исходно разрешительную документацию. На расширенном совещании обсудили и параметры столичного бюджета. По итогам 6 месяцев в муниципальную казну поступило больше собственных доходов. На что чебоксарские власти делают ставку и каким видят будущее города. Подробнее об этом мы расскажем в завтрашнем выпуске программы «Республика».